23 февраля папы с детьми смогут бесплатно посетить музей космонавтики в Шоршилах. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Николаева открыт с 9 до 18 часов. В День защитника Отечества в мемориальном комплексе, который находится в Мариинско-Посадском районе, пройдет акция с папой в музей по военному билету. В этот день мужчины при предъявлении документа смогут вместе с детьми посетить все выставки. Для них будет открыт дом-музей семьи Николаевых. Кроме этого, в музее будет работать цифровой мобильный планетарий. В залах демонстрироваться видеоролики, памятные даты военной истории. А еще гости смогут проверить свои знания, пройдя викторину полководца России.